Всем привет! Смотрите, какая погода в Крыму. Вот на мне пиджачок такой рабочий. И кофточка. И мне так жарко. Но из-за того, что мне лень снять кофту или пиджак, сложить в сумку, я тупо иду и прям наслаждаюсь эффектом сауны внутри своей одежды. Вот. А это кепочка с американских гастролей театра Эльхом. Вот. Короче, у меня нифига не выходной. Я иду репетировать наш первый студийный спектакль. Вот. Который может перерасти действительно в хорошую работу театральную. Ладно, всем хорошего дня, настроения.